Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Новая вытворчасць. На шчэбневым заводзе ў Лельчыцкім раёне прэзентавалі першую прадукцыю з гранітнага блока. Захавай жыццё дзіцяці. У Гомелі сёння абмеркавалі прамежныя вынікі прафілактычнага праекта. Музей жывой гісторыі. У гэтую суботу адбудзецца гістарычная рэканструкцыя ва ўніверсітэце імя Францыска Скарыны. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Свою першую продукцию с гранитного блока шчебневый завод Глушкевичи у Лельчицким районе поставил для добраупорядкования монумента дружбы на мяжи держав и реконструкции дорожной господарки у Петрикове. Полный цикл от добычи до свежераспилованной гранитной плиты у першиню для телекамеры продемонстрировали на вытворчасти. Об освоении уникального для Беларуси родовища «Карьер Надея» – материал наших корреспондентов. У кар'еры поўным ходам ідзе здабыча гранітных блокаў. Па дапоўненым дадзеным геолага разведкі 7 гадоў таму аб'ём залягання каштоўнай пароды ў радовішчы 4,5 мільёна квадратных метраў. Па прагнозах, распрацоўка радовішча ў глыб на больш нізкія ўступы ўжо дасць 25% выхад суцэльных пліт камерцыйнага блока ад усёй здабываемай пароды. Зараз бурстанкі заходзяць толькі на другі ўступ. У адкрытай пароді тут пакуль назіраюцца вялікія расколіны, прыродныя і пакінутыя выбуховымі работамі яшчэ ў пачатку 90-х. Але нават гэтыя гранітныя пліты можна пускаць у вытворчасць і прадаваць на беларускім рынку і за мяжой. Через 30-40 сантиметров забуриваются вертикальные шпуры и горизонтальные по контуру того блока, который мы хотим добыть. Потом закладывается туда взрывчатка небризантная. Таким образом, этим подрывом мы отделяем блок от массива и, естественно, дальше пускаем его в переработку. Здобываюць гранітны блок на прадпрыемстве па тэхналогіях алмазна-канатнага выпілоўвання і мікрападрыва вадкай узрыўчаткай. Менавіта новыя падыходы ў метадах здабычы гранітных блокаў і поўны цыкл перапрацоўкі прадукцыі непасрэдна на прадпрыемстве – галоўныя складаючыя паспяховага праекта. У мінулым годзе Гомель Аблдарбуд абгрунтаваў гэты праект і пры падтрымцы кіраўніцтва дзяржавы была адноўлена распрацоўка кар'ера з адкрыццём новай вытворчасці. На сёння на выдзеленыя 4,5 мільёна рублёў з рэспубліканскага бюджэту і 1,9 мільёна рублёў з абласнога закуплена неабходнае абсталяванне для выпілоўвання, транспарціроўкі і распілоўкі пароды. Ужо за ўласныя сродкі Гомель Аблдарбуд правёў рэканструкцыю лініі па колцы бруку. У бліжэйшых планах закупіць таксама абсталяванне для фармоўкі гранітных балясін. Пакуль уся прадукцыя пастаўляецца на аб'екты, якія праводзіць галоўнае дарожна-будаўнічае прадпрыемства ў нашым рэгіёне. У бліжэйшыя дні пачнецца вытворчасць так званага камерцыйнага гранітнага блоку. Получылі першую прадукцыю, естественно, которую уже используем. Вот первый объект, на котором было использовано, это монумент дружбы народов. Там уложена плитка из шчебзавода Глушкевичи. Уже идут поставки нашей продукции. Это гранитный борт дорожный, тротуарный, брусчатка, потом плитка. Это идет в Петриков. Предприемство рыхтуется выпускать продукцию не только для дорожной галины, але и для оздобления фасадов будинков и ландшафтного дизайна. На вытворчасці упэўнены, что стальницы для кухни, подоконники, разбяные лавы с граниту, выпуски яких так само в ближайших планах предприемства, будут вельми запатрабаваныя на рынку краин суседок. Але уже теперь видовищны не только коммерцийный, але и социальный эфект. Адкрыццё вытворчасці гэта 50 новых працоўных месцаў з высокай зарплатай, што для сельскай мясцовасці вельмі важна. Наталія Капрыленка, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель, Лельчыцкі раён. Гомельская мытня арганізуе кругласутачнае інфармаванне грамадзян у перыяд правядзення другіх еўрапейскіх гульняў. 7 чэрвеня па 7 ліпеня усе жадаючыя змогуць у любы час атрымаць інфармацыю аб парадку перамяшчэння тавараў і транспартных сродкаў праз мытную мяжу Еўразійскага саюза. Спіс тэлефонаў, па якіх можна звярнуцца, ёсць на сайце Гомельскай мытні. З 25 мая па 5 чэрвеня дзяржаўтаінспекцыя праводзіць акцыю «Увага, дзеці». У гэты перыяд усе вадзіцелі будуць абавязаны ездзіць днём з уключаным блізкім святлом фар. Парушальнікам пагражае папярэджанне альбо штраф да 2 базавых велічынь. У дзяржаўтаінспекцыі адзначылі, што ў перыяд летніх канікулаў вадзіцелям варта быць асабліва пільнымі. Уключанае святло фар паспрыяе зніжэнню дзіцячага траўматызму на дарогах.
Особы, якія арандуюць дзяржаўную нерухомасць на працягу 3 гадоў, атрымалі права набыцця такіх аб'ектаў без правядзення таргоў па рынкавым кошце. Пакупнік аб'екта арэнды таксама можа атрымаць растэрміноўку аплаты на 5 гадоў. Такія нормы ўстаноўлены новым указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 169 аб распараджэнні дзяржаўнай маёмасцю. У астатнім арэндныя адносіны рэгулююцца грамадзянскім кодэксам і указам прэзідэнта нумар 150. Аднак паміж арандадаўцамі і арандатарамі перыядычна ўзнікаюць спрэчныя пытанні. Большасць з іх звязана з тым, што заканадаўства ўсталёўвае розныя нормы і парадак арэнды для прыватнай уласнасці і той, што часткова або цалкам належыць дзяржаве. Напрыклад, у суму арэнднай платы для аб'ектаў прыватнай уласнасці ўваходзяць камунальныя плацяжы. Для астатніх жа яны аплочваюцца асобным дагаворам. Пры гэтым разлікі вядуць у базавых арэндных велічынях. З 1 красавіка гэтага года яна складае 16 рублёў 90 копеек. При аренде державной власти эта величина помножается на разные коэффициенты. Для профсоюзных организаций плата складе 0,1 долю от суммы аренды, а для игральных установ ее повеличить на 17%. Базовая арендная ставка при расчете арендной платы умножается на ряд коэффициентов. Это коэффициенты местонахождения зданий и сооружений. На территории области они установлены решением облсполкома для всех объектов. Кроме того, есть коэффициент от 0,5 до 3 включительно, применяется при расчетах арендной платы, исходя из спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды. Ознакомиться с базой объектов, которые придатные для аренды, можно на сайте Держкомитета по маёмости. Там же показаны меркованные суммы арендной платы. Кветкі, падарункі, граматы, музычнае прадстаўленне. Сёння ў каледжы імя Сакалоўскага прайшла сустрэча «Мы вас віншуем, баявыя сяброўкі». Мерапрыемства для жанчын-удзельніц Вялікай айчыннай вайны і былых вязняў канцлагераў арганізавала Гомельская абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын. Марына Джалая з падрабязнасцямі. Ганні Міхайлавай было ўсяго 3 гады, калі пачалася вайна. У 5 трапіла ў нямецкі палон і аказалася ў канцэнтрацыйным лагеры. У 7 гадоў вайна скончылася. Да перамогі дзяўчынка прыйшла маленькім, але ўжо дарослым чалавекам з адабраным дзяцінствам. Яна расла, сталела, але на ўсё глядзела вачыма, якія бачылі ваенныя жахі. Таму кожны раз, калі Ганні Міхайлавай даводзіцца выступаць перад тэлекамерамі альбо на разнастайных мерапрыемствах, яна заўсёды паўтарае самыя важныя словы. Не толькі для яе, для кожнага з нас. В преддверии этого великого праздника, чтобы все были счастливы, чтобы был мир, чтобы было чистое небо над головой, чтобы никогда дети не назывались детьми войны, чтобы были только дети мира на этой земле. Падчас сустрэчы жанчыны дзяліліся ўспамінамі аб жахлівым ваенным часе, аб тым, што кожны з іх давялося перажыць. Але самае галоўнае, што яны выжылі і зараз могуць сабрацца разам. Кожная з іх у гэты дзень атрымала кветкі, падарункі, граматы і самае галоўнае – увагу. А яна бясценная. Мы хацім ещё раз сегодня сказаць большое огромное спасибо за іх мужество, за іх аптимізм, за іх героізм, за іх сегодняшнюю работу с молодёжью. Потому что они не устают говорить доброе, живое слово о том, что Родину надо беречь, что Родину надо постоянно оберегать, что это главная ценность у нас, чтобы мы жили мирно, жили счастливо, наши внуки, правнуки. Пакуль жа ў кожным куточку Беларусі рыхтуюцца да вялікай падзеі – 75-годзе вызвалення краіны ад фашысцкіх захопнікаў. Марына Джалая, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Захавай жыццё дзіцяці. У абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі абмеркавалі прамежныя вынікі прафілактычнага праекта, які арганізавалі Беларускі дзіцячы фонд і спецыялізаваны ліцэй пры Універсітэце грамадзянскай абароны МНС. Тэму працягне Ганна Каральчук. За 9 месяцев минулого года у Гомельской области зарегистрировано больше за 17,5 тысяч выпадков детского травматизма, отручивания и хвороб от внешних причин. Сярод их переважают бытовые травмы, затем идут уличные, спортивные и школьные. Такие личбы подтверждают, что проблема детского травматизма и гибели остается актуальной. Звернуть на ее додатковую увагу вырешили областное отделение Белорусского детского фонда и специализованный лицей при Университете Громадянской обороны МНС. Переговорив с лицеем МЧС,
с Главным управлением образования приняли решение создать такой проект и провести обучающее занятие среди родителей и детей. Стартовая площадка у нас была Советский район, это первое дошкольное учреждение 33. Мы там почувствовали какую-то уверенность, что мы на правильном пути. Родители говорили о том, что они, прослушав, услышав, увидев, еще раз прокрутили свою жизнь перед глазами, пробежала, все ли я делаю правильно, обучаю ли я ребенка, уверена ли я, оставляя ребенка дома одного, и сможет ли он те знания применить, если он окажется в экстремальной ситуации. Особенную профилактичную программу пропонуют как детям, так и батькам, бо основной причиной детского травматизма является отсутность належного нагляду за детьми и дефицит ведов в питаниях безопасности. Малыши принимают удел у гульнях, подрихтованных волонтерами гомельских колледжов. У свою чергу дорослых собирают на незвичайный батьковский сход с майстер-классами от супрацовников МНС. Тандемные занятки проекта «Заховай життё дитяти» зараз прошли у 8 школах и 8 детских садках Центрального, Советского и Чыгуночного районов Гомеля. У навучанню удельничали каля 800 детей и 700 дорослых. Волонтеры при помощи нашего мультипликационного героя «Волшебная книга» играют в различные игры, решают ситуационные задачи, учат вызывать дежурную службу МЧС, а уже со взрослыми работают специалисты МЧС. И самое главное то, что работа заключается в том, что практикоориентированный подход, взрослые все получают навыки по оказанию первой помощи лицам, нуждающимся в ней. Это как оказывать помощь подавившемуся человеку, как проводить сердечно-легочную реанимацию на манекенах, и вы знаете, это действительно вызывает интерес. Проект протягнется до конца года. Выездные мероприятия пройдут и в районах Гомельской области. Ганна Каральчук, Євген Макінка, телерадіокомпанія Гомель. У рамках учебных программ по истории и громадознавстве на Гомельщине проходят профсоюзные уроки для старшеклассников. Активисты самой массовой громадской организации рассказывают школьникам про сучасный профсоюзный рух, правы и гаранты работников. У этом годе такие занятки проводятся на тему «Профсоюзному руху Беларуси 115 годов». При этом все больше часто профсоюзные наставники выбирают нестандартные формы проведения уроков. Открытый микрофон, деловая гульня, гульня-аукцион, брейн-ринг. Великой популярностью у навученцев крыстаются так само практичные занятки по разликах минимального померу зарплаты и дискуссии о першим працовным опыте. Подчас уроков активно выкрыстовываются видеоматериалы об деятельности Федерации профсоюзов Беларуси и ее региональных организаций. Особливая роль у проведения таких уроков належит старшиням первичных профсоюзных организаций. Все ребята понимают, что скоро они закончат школу, что они обязательно поступят в высшее учебное заведение, либо в среднее, и обязательно начнут какие-то трудовые отношения со своими нанимателями. И они должны понимать, что профсоюз – это не просто материальная помощь и культурно-массовая работа, а в первую очередь это защита социальных интересов их как работников. То есть они должны понимать, что вместе мы – сила. Музей живой истории под открытым небом разгорнется у субботу у Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. На 10 интерактивных пляцовках удельники студентской науково-доследчей лаборатории «Белый крыж», представники клубов историчной реконструкции Беларуси и близкого замежа расскажут про побыт и рамёствы середневечча. Покаштовать стравы по рецептах книжек по кулинарии, узрост яких вымирается сотнями годов, пропонуют на середневечной кухне. Особную локацию присвятить медицине и знахарстве тех часов. Тут же организуют майстер-классы по подрихтовке лековых зелий и травяных настоев. Научат у музея под открытым небом и средневечным танцам, выконывать якія будут под музыку эпохи. У экспозиции боевой частки лагера продемонструют воинские доспехи и зброю конца 14-го, початку 15-го стагодзяў, а у бытовой средневечные шатры, меблю, костюмы и речи, якія выкрыстовывалися у повседенном житті. Видовищным и эмоциональным обещая стать турнир копьевщиков, опранутых у рыцарские доспехи и шлемы. Так само гостей историчного свята запросить познайомиться с ковальской справой, поспробовать свои силы у стрельбе с лука, сгулять у настольные гульни. Экскурсии с тлумачением по тематичных пляцовках музея под открытым небом проведут студенты исторического факультета Гомельского держуниверситета и удельники клубов исторической реконструкции. Гэта я так сама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте.
В Мозыре задержали охотников за имуществом. Молодые люди вскрывали автомобили и похищали содержимое салонов. Никаких схем, планов и разработок. Брали все, что попадалось на глаза. Криминальный квартет выбирал безлюдные парковочные места, находил незапертый транспорт, либо без сигнализации, вскрывал его и воровал содержимое – рыболовные снасти, аккумуляторы, огнетушители, продукты питания и прочее. Похитителями оказались четверо мозырян, двое из них – братья, молодым людям от 16 до 21 года. Исполнителями были самые младшие. В отношении квартета возбуждено уголовное дело. Похитителям грозит до 4 лет лишения свободы. На данный момент известно о 10 эпизодах хищения. Оперативники проверяют причастность задержанных к другим преступлениям. Спасли жизнь беспечному. Сотрудники МЧС вытащили мужчину из горящей постели. 22 мая служба спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что в городе Речица из квартиры на 9 этаже 10-этажного многоквартирного жилого дома идет дым. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось, что из-под двери квартиры идет черный густой дым. Работниками МЧС в ходе проведения разведки в комнате на матрасе был обнаружен и спасен 44-летний мужчина. Пострадавшего передали медикам. Предполагается, что к возгоранию привело курение в постели. А в Рогачеве спасатели освободили из железного плена ребенка. Девочка потянулась за прыгуном в аппарат с игрушками, а там обратным клапаном ей зажала руку. Самостоятельно освободиться не смогла. На помощь пришли спасатели. Еще один несчастный случай с участием ребенка произошел накануне в Речицком районе. На автодороге Октябрьский-Паричи-Речица водитель, управляя автомобилем «Рено», увидел, что на дорогу падает дерево. Попытался избежать столкновения, но, увы, машина от удара съехала в кювет. В результате ДТП ушибы получил 3-летний ребенок, пассажир «Рено». Перевозили его в автокресле. Также в кювете, правда, в Жлобинском районе оказался «Фиат». Автомобиль занесло в результате разрыва покрышки заднего колеса. Водитель травмирован, его госпитализировали. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле стартовали республиканские олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике. За награды на Гомельском помосте спорят атлеты в возрасте 17 лет и моложе со всей страны. На кону соревнований, кроме медалей, также и место в сборной Беларуси, которая в конце июня отправится на первенство Европы в этой возрастной категории. Так что команды регионов страны и Минска приехали в сильнейших составах. Свободных побед никогда здесь не было. Вот 3 категории вчера прошли, и все были в очень-очень жесткой конкуренции. Там 1-2-3 килограмма отделяют друг от друга. Сборная Гомельской области в минувшем году выиграла аналогичный старт. В нынешнем взять командное золото будет не так просто. Один из главных конкурентов – дружина Могилевской области. Тренирует команду заслуженный тренер СССР и Беларуси Анатолий Лобачев. Среди его воспитанников – призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Резерв также радует. В первый день турнира могилевчане взяли 2 золота из 3 возможных. Хотели бы быть первыми. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям. И тем более здесь такая организация изумительно хорошая. Место для выступления лучше не может быть. Поэтому мы стараемся показать самые лучшие результаты. Все победители республиканских олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике станут известны 25 мая. Витебск принимает спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 15 лет и моложе. В первый соревновательный день представители Гомельской области завоевали 14 наград. Победителями спартакиады стали Максим Братковский в прыжках в длину, Дарья Себик и Андрей Максимов в метании копья, Вячеслав Макеев в забеге на 2000 метров. На той же дистанции самой быстрой была Анна Шпак. Александр Марфушкин показал лучший результат в секторе для прыжков с шестом. Также в активе наших атлетов 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Финальный этап областной спартакиады ДЮСШ по футболу проходит на стадионе «Сдюшор» в Гомеле. Победу оспаривают спортсмены 13 лет и моложе. По итогам зональных этапов в финал пробились 8 команд. 2 представляют Гомель – это «Сдюшор номер 8» и «Сдюшор Гомсельмаша». Также в число лучших попали спортшколы из Речицкого, Хойникского, Житковичского, Рогачевского и Мозырьского районов. После предварительного группового этапа состоятся стыковые поединки, в которых и разыграют награды. Есть 4 команды.
команды довольно-таки неплохого уровня показывают футбол. Это, соответственно, Сдюшор номер 8, Сдюшор номер 1 города Мозыря, Сдюш Речского района и Сдюшор Рогачевского района. Вот они, наверное, и будут играть как бы финальный. Областные соревнования завершатся завтра. Команда победителя отправится на республиканскую спартакиаду, которая с 26 мая по 4 июня пройдет в Минске. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.